Вроде как все у нас в порядке. И можно приступать. Ну что ж, всем привет. Сегодня проходим Hades. Много моих знакомых мне рекламировали эту игру. Сам я играл в игры от Supergiant в две, по-моему, да. Я точно помню, я играл в Bastion, в Transistor, не знаю, есть у них игры еще или нет. Bastion неплохой, но я его так, по-моему, и не прошел. Transistor — это топ-топище, я прошел его с огромным удовольствием. И надеюсь, что эта игра тоже принесет мне много удовольствия. Давайте начнем. Так, всякий раз, когда я сюда захожу, уже есть что-то. Автоматически, что ли, создается? Few tales are told of Hades, whose very name inspires fear and penitence, reminding us of the inevitable fate which we all share. I, however, mean to tell you such a tale. Listen carefully. Goodbye, father. Goodbye, father. Так, звук хоть нормальный. Так. Ну что ж, давайте бегать. Этих ребят я уже знаю, не качают из игры в игру, меняют только текстурки. И куча разрушаемых бесполезных объектов. Потрясающе. Все как мы любим. Все как мы любим, друзья мои. Здравствуйте. Тоже ассет, перекочевавший из транзистора. Ай. А здесь есть дэш? То есть мне тут с вами лупиться надо, да? Здесь есть дэш, я хочу дэш. Что это такое? Давайте я вас ударю. Блин. Вы мне хоть сказали, что они ограничены. Кто ты? Внутри тебя это иногда. Да, боже ж ты мой. А я могу дальше пойти? Не могу. Что ты делаешь, перестань? А выжил? Так. Не надо. Дружище, не надо. Ты какой-то очень здоровый и очень тупой. She is. Кто это? It's got to be her. Then here goes nothing. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Hail, noble cousin. Now, let's get you from that miserable place. I'll see that all of us upon Olympus do our part, beginning here with me. Так. Так, станет сильнее, может отражать удары. Вон так и плюс 40, мне это нравится. Бросок плюс урон наносит врагам небольшую область. Что? Наносит урон врагам в небольшой области, может отражать. О, рывок. А как это? Вот, все вижу. Нажмите А, чтобы преодолеть небольшое расстояние. Ну, да, мне это как-то больше нравится. Так, мы пойдем дальше.
Здравствуйте. Так, ты, пожалуйста, не делай так, солнышко. Окей, ну жиробас мы победили. Осталось разобраться с сыпщиками. Давайте. Пока не то. Ой. Ты жесткий. Нет! Не смей, не смей. Таким хлопцем договорились. Нет! Да. Некомфортно. Допустим. Тихо, парни, тихо. О, вот мне так удобнее с вами будет драться. Нет! Он снес мне ХП. Да есть же. Монета от мертвеца. А вот их везде птички? И там какой-нибудь вампирик, там, не знаю. Денюшка. Немножечко Диаблы. Самую малость. Так, дамочки, здравствуйте. Идите ко мне. Аккуратненько, аккуратненько. Ай! Это было... Ай! Ну, тут становится сложнее, намного. Ой. Точно, я же могу вас это... Того это... Так. Ты мне надоело. Ну, иди сюда, иди сюда, иди сюда, жарбас, иди сюда, давай. Давай. Тупой, а? Нет? Давай. Зазямба! Так, что-то еще есть. Аптечечку бы, пожалуйста. Я очень вас прошу. Спасибо. Ну, по крайней мере, все стало ясно. Какие-то черепа. Божечки мои. А, то есть то же самое делаем, да? О-о-о-о. Пока вроде держимся, да? Ай! Очень плохо. Очень плохо.
Тихо. Уж на тебе я точно заканчиваться не хочу, братишка. А почему? А почему ты ХП себе восстановил? Алло. Ей. Живем еще дальше. Живем еще сильнее. О, так, ну-ка. Ну хорошо, что дает? А, дает немножко побольше урона. Договорились. Куда нам дальше? А, все, вижу. Или, может быть, можно еще куда-то? Нет, нет, нельзя. Никак. Никак. Ну да, они были в прошлой части. Друж, ты чего? Ох, как меня насовали. Господи, господи. Прям черепа из Дума. Тихо, спокойно. Спокойно. Мы все еще держим все. 5 хп. Сейчас мы еще всех победим. Не совсем понимаю хитбоксы в этой игре. Так, что-то новенькое, до этого были какие-то осколочки. Зачем я могу? Ага. У нас появилась вариативность. О, ХП! Но ведь это же ХП. ХП? Нет? Ну ладно. Утонул. Damn it. I'm home. Ладно. Yes, carry on, everyone. Don't mind me. Я на самом деле по эту штуку помню, по-моему, из какого-то стрима. Там типа какая-то. Какое-то бесконечное прохождение, ты получаешь мелкие плюшки. О, здравствуйте. Welcome to the House of Hades, where... Wait, I know you. Guess that means you died out there, huh? Well, don't be sad, though. Pretty much everybody dies sometime. Some of us more than others. Back already. Это живой пес, смотрите. Infernal watchdog Cerberus regards the underworld prince with mixed emotions, from purest joy to deepest melancholy. Подожди, а он трёхголовый? You watch over things for me, won't you, boy? You know I'd take you if I could. А, вон третья глава, она спит. Прикольно, красивенький. Ну да. Не, ну погоди, мне не нужны квесты. The House of Hades, that dark and lavishly appointed lair of the underworld's king, is home not just to him, but to his willful progeny. You know I can hear you, old man. Так. Расслабься. Что? Ну почему? Ну ладно.
И сюда ты тоже не сядешь? No time to rest. Понятно. А, тут... Тут все с восклицательными знаками. О, я знаю эту бабёху! Such setbacks are inevitable and may be overcome with effort and with time. You made contact with the goddess Athena. She shall be true to her word. Угу. Я видел эту бабёху на куче артов в интернете. Теперь я знаю, откуда она. I believe it, Nex. I'm grateful that you put us into contact. I know you took a considerable risk in reaching out. The risk is not to me. I expected the Olympians would involve themselves in this eventually. Reveal to them no more than they already know. Are we understood? Yes, we are. Then go. Не знаю, о чем он. Не знаю. Так, а ты кто? Good to see you, lad. Despite the circumstances, remember your training out there. The pain of death is but another obstacle. С каких пор Ахиллес обитает в аду? And fear is for the weak. Take care, Achilles. А, ну хотя логично, он же умер. Его ж в пятку. Убили выстрелом в пятку. Это очень мило. Так. Все, с тобой больше никак не пообщаться. Ну ладно. Так, ну давай. Stupid boy. I told you nobody gets out of here, whether alive or dead. So how was your wanton ransacking of my domain? Greetings, father. My ransacking was a delight, thank you for asking. So I'll just be on my way again. Be on your way indeed. What do I care? You shall never reach the surface. Go, see for yourself. Ну почему папа не пускает? Что такое? Ребенок всего лишь хочет погулять. Так, все, вроде со всеми пообщались. Нужно идти дальше. Hey, room. I'm back. Типичная комната подростка. Night and darkness guide me. Ого. Что это такое? Вступает на урон, если бьешь врага в спину атакой или особым ударом. Угу. Ты что? Восстановить небольшое количество хп при выходе из зала плюс один за ранг. Вот что мне нужно было в начале игры. Но почему-то игра такая... Иди нахер. Ну, допустим. Допустим, я и то могу уже, правильно? Ой, а это что было? Разблокирует, открой два новых таланта, скрытых внутри зеркала ночи. Так, а это что такое? В основном 52%, 50% хп вместо смерти, когда закончатся все очки здоровья один раз за ранг. Один дополнительный рок сразу после... Вот я бы лучше на эту штуку подкопил. Да. Пока что не буду ничего вкачивать. Это мне не надо. Так, что? Oh, come on, it's not that bad, is it? Так. А, вот здесь можно отдохнуть, да? А тут можно отдохнуть? А тут нельзя. Нет, я не хотел. Стой. Куда ты? Стой. Закреп. Okay. Иди назад.
Перезагрей. Я забыл. Так, ничего, ну, видимо, пока еще рано. Мишка. Я понял тебя, братишка. Ну хорошо, пойдем дальше. Пойдем дальше. Раз ты хочешь, раз ты полон сил и свершений. Так, используй что? Используй ключ, чтобы разблокировать оружие. А как? Как это сделать? Так, это где было? Это было у зеркала, по-моему. А, мне нужно 5 ключей для этого. Ну и ладно. А, вот оно что. Все, хорошо, я понял. Вот это, правильно? Ну, игра просит, значит, надо. Коронакт, the heart seeker. Let's deal some death. Так, удержи X, чтобы стрелять. Нет, ну. I can escape through that pink window there. Nice place you got here, boyo. Name Skelly, how's it going? But enough of the small talk already. I'm here to do a job. So let me have it. Give me everything you got. I don't remember having you on payroll, mate. Who's your supervisor? Oh, I'm not about to wrap my sources, pal. Just try and beat it out of me. If you insist. Так, Y для беглого огня. Отпусти X во время вспышки для мощного выстрела. Нажми X во время рывка для атаки после... О. Так, вспышку я понял. Real nice. Допустим, так. Даже так. Допустим. Что дальше? Продолжать? Ну давай. Это реально надо в тайминг вспышки подгадывать. Какой кошмар. Блять, идиот. Так, а что дальше? Все? Ну, видимо, дальше нету смысла с ним воевать. О, какой рисуночек классный. First get past the wretched shades of Tartarus. Easier said than done. And doubtless I'll be running into Meg. A river of flame ought to be just beyond. Find a way up to Elysium from there, and after that... All right, let's give it another shot. Последний достигнутый зал. Так и что, и как? И как мне туда попасть? Куда идти-то? Пятачок. Вот что такое. I don't have enough cosmic keys. Окей, справедливо. I'll have to come back later. Что? Подари кое-кому, чтобы получить этот сувенир на память. Потрясающе. А, вот все вижу. Ну давайте сбегать. Угу. Is this really him? Okay. In the name of Hades, Olympus, I accept this message.
Greetings there, young man. Look, your father's always been rather difficult, and he's not so much as called in quite some time. You'll have a better home where you belong, here on Olympus. And to help you on your journey, have my blessing. Допустим. Нажми X, удерживай, чтобы использовать основное оружие. Угу. А, я так понял, есть удар, бросок, рывок. И ты думаешь, что из этого лучше всего использовать. Угу. Ну, раз это редкий, давайте возьмем его. Lord Uncle Zeus lending his support. Never thought I'd see the day, or night, whatever. Так, ну что, дубль 2? Допустим. Тихо. Спокойно, расслабь. Вот так и стой, хорош. Ну вот этих печанов, вот эти печаны вообще очень хорошо убираются, все чисто. Никак у тебя в комнате, дружочек, пирожочек. Так, что это такое? Что мне даст эта награда? Я до конца не понимаю. А тут есть что-нибудь? Тут ничего. Ну, красненькая мне нравится больше. Я хочу красненькой. Она похожа на ХП. О, кайфовая штука. Автоприцел меня радует. Ну, это выглядит как Rocklight, да? Тихо, спокойно, дружище. Я что-то какой-то жесткий стал, мне кажется. Может быть, мне кажется. Так. Угу. Девочки, здесь ко мне. Вот, если бы я получил эту штуку, было бы прикольно, наверное. А, тихо. Да, мне не хватило. Мне надо было убить того чела. Я бы получил ХП. Смогу пройти дальше. Пэт, стой. А, подожди, это еще и максимальный ХП повышает? Наверное, не знаю. Как обычно бывает в подобных играх, с луком ходить одно удовольствие. Пока что. Тихо, спокойно. Вот, вот эти штуки мне нужны. Сколько надо полтинник? Осталось совсем чуть-чуть. Ну, выглядит так, будто стрела для лучника лучше, чем восклицательный знак. Восклицательным знаком убивать сложнее. Здорово, парни.
Нет! А что? Почему ваше ХП не уменьшается? В чем причина? А, может то, что у вас две полоски ХП? Я понял. Божественная стрела. Что ты мне дашь? About you? Look, I'm not like all the others on Olympus. The power of the hunt helps keep me company, so maybe it'll help you too. Давай. Уникальная атака моего оружия. Ну подожди, а это что? Бросок самонаводится на врагов и получает плюс 10 к шансу нанести критический урон. Так, это у нас бэшка. Кстати, да, надо же как на другие кнопки вроде тоже нажимать. Я об этом совершенно забыл. Мощная метательная атака. Угу. Так. Любой нанесенный урон с некоторой вероятностью может быть критическим. Ну тут просто крит. И всего 2%. Типа срань. Но срань же. Ладно, давайте брать редкие. Чтобы быть суперб. Купить? Что я могу купить? Можно купить мотыльки. Хорошо. Ловушки наносят 500. Это, видимо, вот эти вот коли, которые валяются, да? Вяленое мясо циклопа. Выглядит как что-то очень вкусное. Но пока мне нет смысла чем-то таким заниматься, я противника вкладу с полточка. Что это было? Как? Что я только что взял? Я выпускаю стрелу с кристалликом, а потом надо забрать, чтобы снова выпустить стрелу. Дела. Прикольная штука. Я помню, в Лиге Легенд есть такой персонаж, который кидается лезвиями, и если ты эти лезвия успеваешь подобрать вовремя, то можно кинуть их еще раз. Дрейвен, точно, Дрейвен. Ай! А где эта штука? А где эта штука? Мне кажется, я с этим... дополнительным уроном. А, вот, все, я ее вижу. Господь, так. У меня окончаются укрытия. Нет. Как я прямо перед ней. То вообще обложили, девчонки, хватит. Так, ну окей. О, ключик. Таких надо 5. ХПшечка. Мы любим ХПшечку. Мы идем к ХПшечке. Спавн скелетов. Ай. Очень много скелетов спавн. Хорошо.
Новый спавн? Да ну нахрен, не, ну не, да, да, да. У вас очень много. Вас не надо так много. Вас не надо так много. Ай. А где эта штука? Блин, как это тяжело. А я сейчас могу и отвалиться, правда же? Я очень близок к этому, кстати. Игра, пожалуйста, не бей. Игра! 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 Да етрить. А, все, 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 все. Только пережить, только пережить. Давай, давай, переживаем. Нет, пожалуйста. Нет, хорошо. Вот это можно, девчонок можно. Девчонки просто. Я тебя накажу, сучка. Наказал. Так. Этого ХП мало. Я хотел бы больше. Я, по-моему, больше потерял. Чего он сказал, я не услышал. Так, что это такое? Кристаллики какие-то прикольненькие, а тут. Все, я понял. Вот это мне даст фиолетовый кристаллик. Ну давайте, работаем. Дурак. Это все? Конечно. Конечно же, это не все. Еще, хочу еще. Ай! Это было неприятно, дядя. Допустим. Так, что у нас там еще? Ага, еще черепа. Вот много черепов. Ну вот эта комната оказалась весьма простой. Почему я ничего не могу сделать? Кто меня запер? А, я понял, сначала надо получить ништяков. Что-то желтенькое. Это, видимо, способность, а здесь... И здесь способность. Я больше желтый цвет люблю, поэтому пойду вот к этой способности. А, или это не способность, может, это денежка? Ядрить. Я просто тут встану и не буду париться. Буду париться. Вот это прям прожектайл безумие какое-то. Офигеть. Ай! Это. Выжить в целом было не тяжело. Надеюсь, если меня сейчас не вольнет. Денюшка. Так, ключик хотеть. Ключик хотеть. Ключик дается. Я не знаю, как закончить это предложение. Просто ключик дается. Эта игра на самом деле не слишком способствует тому, чтобы ее особо как-то комментировать. Потому что, видимо, чем дальше, тем сложнее. Придется дольше концентрироваться. Надеюсь, у меня будет получаться. Блин, они уже все с этим, с броней. Нет. Не, 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 не
все нормально. Уж тебе, здоровяк, я наваляю без проблем. Целых два. I can use this to unlock a weapon. Конечно же могу, только надо, по-моему, еще один. А, не, я вспомнил, там какое-то оружие с трех открывается из четырех. Хиппи! А это что такое? Это гранат. Но мы хотим хиппи. Надеюсь, в этот раз я не потрачу больше хп, чем получу хп. Выглядит так, будто бы нет. Пока что. Они так прикольно реагируют, когда я по ним попадаю. Типа, что? Как ты по мне попал? Нет, не смей, собакен. Просто красавчик. Просто мега хорош. That's good. Так, новый ключик, кстати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я вас не убил? Это плохо. Хочу вас убить. Хочу вас убить. Как так получилось? Я с одного удара завалил этот череп. Черепа спавн. Авен. Блин, как вас много. Так, можно мне уйти отсюда? Спасибо большое. Так. Вот здесь, блять, нехорошо. Да нет. Ну, на самом деле, хп это не зря взял. Сейчас бы отлетел на этом уровне. Блин, тях. Так, ну вроде как затащили, но, блин, без хп остались. Короче, я так понял, идет что-то 3-4 рядовых. А, или это потому что ключ. Наверное, потому что ключ мне также пожарили только что. Наверное, поэтому. Так, подождите. А тут у нас только один выход. Значит ли это, что это может быть какой-нибудь, не знаю, там... Босс, не босс. Или мини-босс. Это халява. Это Каев. Разнесем магазин Харону. Так, кто это тут у нас? Beyond the present chamber lies the outermost perimeter of Tartarus, promising terrifying dangers far beyond the underworld prince's reckoning. А чё в клетке-то? And I can reckon quite a bit. Не вижу. Ну ладно. Харон, здравствуй. Good to see you, Charon, mate. Just minding my own business, taking in the sights, and hey, what's that you got? Some sort of wares for sale? Then I'll just have a look around. Сказал бы еще что-нибудь. Так, а как, а что, а... Это еще и ключа требует, а это? Блин, здоровье прикольно, но... Мя. Ну, наверное, да, надо покупать здоровье.
Причем, наверное, даже два. А я не могу два купить. I'll take this one. А почему вы не даете мне возможность с большим количеством голды сюда прийти? Пак! Что это такое? Ну, пока не увидим, не узнаем. Halt, Sagrius. Not one step further. Так. Похоже, Мегера любит немножко драматизировать. Come on, Meg. Haven't we had more than enough of each other by now? Besides, don't you have someplace else to be? Your father sent me. All in all, I'd rather be on your bad side than his. Now you can turn back like a good little man, or I can send you home the painful way. What'll it be? I'll have to go with the painful way. Мазохист. A man after my own heart. Так. Не-не-не-не. Ты какая проказница. А, ну пока что она не выглядит чем-то жестким. Надо просто ее и выйдете, и все. Она как жирничка. А, вот она еще, значит, да? Ну вот это неприятно, вносит определенную... определенный дискомфорт в битву с боссом. Ай! Мне сейчас так стыдно. Нет, не нравится. Что ты бежишь за мной? Спокойно, спокойно. Она своих же бьет. А! Да я, да. Некомфортно. Что происходит? Нравится тебе, когда мне больно, да? Нравится? Не беги ты за мной! Делай рывки, но не беги. Тихо, 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 тихо. А-а-а-а-а-а-а! Наебали меня, негодяи. Ну, типа, несложно, просто у меня не хватает... банально хп... не хп даже, урона для этого дела у меня не хватает. То есть урон-то я и наношу, но слабенький, видите? Ну да, все. Ой, ну как так-то? Ну ладно, зато теперь мы можем закупиться. Можем стать сильнее. Возможно, разрабы так и планировали. Да, кстати, а где дядька? Нету дядьки. How you holding up, boy? Eating well lately? All three mouths full and happy? Each terrifying maw of the infernal watchdog Cerberus responds affirmatively, one after the next. As if to reassure the ever-doubting prince. А как, Аша? There's a good boy. Ооо. Какая прелесть. Это просто прекрасно. Так. Who's that sniveling shade your immediate left there, father? Already found someone new to do the busy work.
And here I thought I was utterly indispensable. Дерзкий сынок. That shade boy is my newly designated contractor. One whose responsibility is to work on this house. The who shall pay for everything my subjects here demand, I do not know. You're trying to guilt me into funding the exorbitant furnishings you desire. Perhaps once we are finished with repairs for all the carnage you have sown throughout my realm, then we might finally have time for all the needed renovations that have piled up. Nice. Nice. Обновить, значит, обновить. Some sort of special offer for me, my good shade. Славная тень. Восстанавливать немного хп во мраке. Что это значит? В переменчивом подземном мире можно будет найти место, в которое невозможно попасть другим путем. Общее количество очков здоровья. Потрать их все, чтобы незамедлительно вернуться в дом Аида. Типа, умри, я понял. А это что? А как это взять? А, наверное, это надо будет искать, собственно, комнатку, которая дает мне эти штуки. Так, ремонт в подземном мире. Улучшение для какой-либо части переменчивого подземного мира или артефакта. Чем быстрее убьешь стражников, тем лучше окажется награда. Вот оно как работает. Интересная штука. Кстати, смотри, что тут есть еще. Роскошные кресла. Я серьезно должен улучшать этот зал? Ну ладно, давай так. Раз халява, то халява. Так, это есть. И типа появляются новые, да? И где этот зал с фонтаном? Благодарю тебя, Ахиллес. А, вот, Ахиллес — это реальный Герберт, который драматизирует. Давай поболтаем. Give them hell as you once did, Achilles. Though doubtless many of the shades who stand against me first arrived in Tartarus because of you. Так, а это что? А это ничего. Давай еще раз погладим тебя, братишка. You don't like it when I pet your other heads, huh? No. Так, что ты мне расскажешь? Darkness guides you, child. You have outgrown this house. Of that I am now certain. Should you return again here, I shall keep you safe. Да? I won't forget you, Nix, I swear it. Тут еще что-то есть. О! Призрак наградил меня интересной ухмылкой. Так, что-нибудь открылось у нас новенькое? Нет? Все старенькое? Все старенькое. Что значит отдохнуть? Can't sleep. Это типа я могу... А, может быть, это если я сдамся? Или да, или нет. Не знаю. How am I looking? Так, ну вот, собственно, у нас полтинник есть, правильно? Или нет? Или есть? Есть. Улучшенные рефлексы. Еще раз. Получи возможность попасть на один дополнительный рывок сразу после предыдущего. Давайте. Я согласен.
Открой два новых таланта, скрытых внутри зеркала ночи. Ага. И только тогда я могу дальше разблочить. Все, я понял. Договорились. А, это типа ее зеркальце. Все, все понятно. Ну, спасибо, Никс. You know something, boyo? I think you could do a real number on one of these columns holding up this place and bring the whole thing down in just a few swipes. Boom, boom, boom. And hate to be standing near one of them if you did. Wreck my father's finely crafted architecture every chance I get. That I can do for sure. Это типа задание? Ну зачем? Какой в этом смысл? А, ну меч у меня уже был, да? Да. Чё дает копье? Его сначала надо взять. А это что такое? А я не знаю. Nothing here yet. Фига себе. Это сколько я, получается, зачистил, ни одного сувенира не получил. Дела. Давайте попробуем с копьем побегать. Так, а чё? То есть, получается, эта штука в нем. А, может быть, я просто больше ему урона наношу? Держи X, затем отпусти, чтобы устроить круговую атаку. Штука прикольная. Но что-то мне кажется, что вот Мегера меня от того этого... Мег. Мегнет. Так, ладно. Я могу эту штуку открыть? Не хватает, я понял. Я тебя понял, братишка. Так, мы все еще здесь. Ну, пойдем. No turning back. Ну, почему же? Всегда можно сдаться. Так, что мне это дает? Атака после рывка наносит урон в... А, три раза. Так. Так и бьет на большее расстояние, наносит 40% урона врагам вдалеке. Давай вот это. Мне вот это больше нравится. Дедлес, wherever you may be right now. Thank you. Спасибо, Дедал. Храни тебя, Господь. Так. С этим это... Что это? Composed of such innumerable ever-shifting interlocking chambers, the underworld of Lord Hades guarantees the dead shall there remain until the end of time. Good thing I'm not dead. Так. Челик говорит, что я эти штуки должен уничтожать. Что-то копье пока не впечатляет от слова совсем. Ладно, посмотрим, что там дальше будет. Brimstones. Это халява? Нет, не халява. Эти штуки не выглядели как что-то опасное. Они цвета другого даже были. Так.
Это у нас гладишоны. Ну, может, это что-то опасное, не знаю. Пока что я их просто сношу. Как лалёв. Ой-ой-ой-ой! Как меня обманули. Наказали за глупость. У меня опять 50 хп. Какой отстой. Так, туда нельзя, сюда нельзя. Азя-зя. Только вперед получается. Только вперед. Да ладно, мы сами подойдем, чем мы непривередливы. Ну вообще, эта пуха стреляет достаточно далеко. Так вот, если посмотреть. Я бы не сказал, что пока что мне прям тяженько. Ай-яй-яй, вот и где. Малышечка издалека. Ай! Какой же я дурачок. За фляжечку, наверное. Мне очень нравится моя идея, когда я вижу какую-то ловушку такой. А, ну это ловушка, да, все хорошо. И типа у себя в голове все, я ее нашел, значит, я и. Она больше не работает. И наступаю на нее. Это просто прекрасно. Так. Ага. Так, получается, жирничать, тебя не бьют, когда ты сносишь им хп. Вот все, по идее, он теперь мне ничего не сделает. Я просто его затыкаю. Это было весьма быстро и очень приятно. Так, мы хотим ключик или... А, мы хотим ключик, потому что или просто не существует. Хорошо. Ключик-то ключик. Мне просто интересно. Почему здесь нет уровня сложности? Ага, я понял. Ты у нас с броней. Это тебе не поможет. Он сразу 3 урона наносит. В смысле, 3 шарика выпускает. Какая жесткая бабца. Нет! Нет, господа. Ай! Ай! Попался. Да, теперь. Ну, стрела мне, наверное, нахрен не нужна, потому что у меня сейчас нет лука. Разве что на будущее. Попробуем все-таки скелет. Скелет какой-нибудь. Здрасте. Тихо. Че так? А, надо этих бить, потому что... Все, я понял. Не двигайся. Все, я, кажется, понял, как это работает. Да, ядрись. Вот это прикольная штука, блин. Как она мне щи разнесла. Я знаю. Ну, это было здорово. Так, что нам это дает? The irony must not escape him.
for he long ago stood by my side against the Titans with that thing in hand. Так, это какое-то хорошее улучшение. Так, особо. Ну, это такое. Рывок бьет ближайших врагов, разряды и молнии. 15. 13. Я, наверное, это возьму. Все-таки. С копьем я чаще на X нажимаю. С копьем я чаще нажимаю на X. Что это? Souls with nowhere left to turn congregate in deepest Tartarus, where they fuse together with the earth itself into odious forms which defy description. They basically turn into big crystals. Так, ладно, зайти мы можем только в одно место. Сделаем небольшой перерывчик. После него уже продолжим. Далеко не уходите.